Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая с сайта GearBest. Это планшет. Добрался он сюда за 2 недели. Что очень радует. Доставка вообще супер. Так, и здесь еще переходничок. Больше здесь ничего нет. Вот в такой вот коробочке. Это планшет Onda V919 Air. Так, все заклеено. Характеристики какие-то на китайском. Здесь вот видим, уже отклеивали. С одной стороны, и со второй тоже стороны отклеим. Планшет уже скрывали. Наверное, продавец проверял перед отправкой. Будем надеяться. Так, сейчас аккуратно откроем его. Вот такая вот коробочка. Интересненькая. Так. Здесь сам планшет. Пока в сторону его. Инструкция пользователя. Видим здесь Windows 10. Должен быть установлен. В общем, какая-то инструкция. Это нам не интересно. Еще какие-то бумажки. Никому не нужны. Так, и здесь у нас кабель, USB кабель и адаптер питания. Больше ничего нет. Так, и теперь сам планшет. Вот такой вот планшетик. Так вот он замечательно выглядит. Задняя сторона тоже золотистого цвета. Попробуем его включить. Так, появился логотип Onda. Вроде бы как включается, заряжен. Заряд какой-то есть в нем. Так, здесь пленочка должна быть. Ну, вид супер. Нигде не люфтит. Вроде бы. Первое впечатление. И вот он наш. Загрузочка пошла. Появилась админ. Добро пожаловать. Так, планшет загрузился. Еще не полностью, видимо, загрузился. Язык у нас английский по умолчанию. 56 гигабайт свободны. Это 64-гигабайтовая версия. Ну так, в принципе, все работает. Кнопочка поиска. Так, здесь видим характеристики системы.
V919 ARCH, десктоп, всякая лабуда, 4 гигабайта оперативной памяти, 64-битная система. Так, Intel Atom КПУ 1.44. Ну, в принципе, все соответствует заявленным характеристикам. И еще посмотрим. Так, ну без мышки тут не разберешься. Надо мышь. 43% заряд. Ну, в принципе, все работает. Покупал я его по акции. Это первая покупка на сайте GearBest. Предыдущие покупки все практически совершал на сайте AliExpress. Последнее время меня очень расстроили покупки на сайте AliExpress, поэтому перешел немного на другие сайты, на покупку на других сайтах. Так, покупал по акции, цена тогда была ниже, чем сейчас на данный момент стоит. Ссылку давать не буду, сами можете найти на... Ссылку давать не буду, так как цена уже изменилась. Цена на данный момент совершенно другая. А так, в принципе, покупкой доволен. Доставка быстрая, я же говорю, 2 недели. Ну, немного погнутый переходничок. Но это, думаю, ничего страшного, у меня есть другой. Как, в принципе, можно заказывать. Кому интересно, заходите на сайт GearBest. И заказывайте. На этом все. Всем спасибо. Пока.